Всем привет, друзья! Опять у меня видео из нескольких частей получилось, потому что и сама рыбалка была очень продуктивной. В прошлом видео, в первой части, вы могли видеть, как мы приехали и находились в поиске жереха, плавали по различным берегам, в общем, искали жереховое место, чтобы нормально половить его. Нам повезло в этот раз, и мы нашли такое место, где массово стоял жерех. И в этом видео вы уже увидите, как мы его ловили на этой точке. Также в этом видео вы увидите, как я поставил личный рекорд по количеству удачных забросов, совершенных подряд. Ну и вместе с вами посчитаем, сколько я их таких удачных совершил. Всем приятного просмотра, поехали! Ой, криво швырнул. Я сказал сразу нападение. Ну где он там? Я уже устал мотать его. Вон он, на глисер. О, смотри, здоровый. Чё, заберем? А? О, какой! Да, у меня тоже не меньше твоего. Ну, подошла стайка крупняка. О, хороший. Это по-любому забирает. Хороший, ага. Сейчас у меня еще один заброс, еще один жерех. Есть. Есть? Конечно. Я же сказал. Я понял, где они стоят. Они вот как вот так дуга идет, они ниже прям за ней там тусуются. Помельче. Так. Ну-ка.
сразу. На, прикинь, я больше еще груз поставлю. Что-то мелкий какой-то. Не, приманка-то сама по себе у меня крупная, силикошка. О, засопротивлялся. Думал судака половить, попробовать. И потом все-таки перешел на жереха. На детенышей маленьких жереха. Вот таких вот. О, блин, не удержишь. О, заблудился, смотри. В корягу воткнулся. Поймал. Дэн устал жереха ловить. Говорит, надоело, сколько можно. Судака ловлю, а ловится жерех. Ну давай быстрее, ё-моё. Да не, не крупный. Течением пользуется. Ну, хотя крупный. Да? Ну, КГшка, опа. Ну-ка, сейчас последний заброс, вернее, не последний. А... Блин, откусил, ё-моё. Пошли на лодку. Решили с воды зайти, чтобы далеко не кидать. Будем тестировать новые дэновские приманки. С хвостиком. Ты не видишь, потому что ты сидишь, а я-то стоя. Вижу, вижу. Они прямо у поверхности стоят. Есть. Мелкий, по-моему. Блин, да нет, не мелкий. Нормас. Ты его в принципе отпустил. О, удар был, есть. А ты записывайся ко мне на курсы про рыбалку. Я тебя научу, как надо. Жереха ловить, его, по-моему, крупный. На свои приманки, да? На твои приманки научу, как ловить его надо.
Розовый надо ставить. А нет, вообще. Просто бойтесь. Попал. Ёперный театр. Эй, не поднимай за плетню. Да. Она ж у меня, блин. Все так плохо. Не это. Не очень. Вот как он умудрился всеми тремя крючками. Ну, он молодец. Погнали дальше. Курсы рыбалки, я ж тебе говорю. Есть. Это мастерство, оно приходит с годами. И что самое важное, его не пропьешь даже. О, хороший, все, оставляем. Маме, маме. Он худой. Да? Тощий? Да. И что это значит? Значит, он без икры. А тебе нужен с икрой? Ну да. А копченый что, не пойдет без икры? Пойдет. Ну и все. Парочку домой возьмем. Дэн закоптит. Я покушаю. Сам поймал. Оп. Сам съел, да? Каждый заброс жерех. Каждый заброс жерех. О, ударил. Оп. Есть. Каждый заброс. Уже сколько? 4-5 сколько забросов жерех? На этого отцепи сперва. Да. Сейчас будет. Уже на подходе. О, сальто сделал. Только не за плетню, только не за плетню. Че, боишься? Без лоистого этого остаться? Да. Такая хорошая приманка. Каждый заброс жерех. Че там, не повредился? Нет, ну. Там хлеб нахуй зазывал. Так, не хочу прерывать серию. Поэтому буду бросать опять туда же. Да я вообще не подсекаю. О, прикинь, первый заброс без жереха. А, нет, извини, с жерехом. Я пошутил. Блин, надо было считать. А я по видео посчитаю. А чё ж ты не ловишь? Я вообще ничего понять не могу. Я так твоих снимаю, блин. А, ты моих снимаешь, из-за этого ты не ловишь. Да. Ну, может быть. Не, у меня, видишь, приманка другая. Поэтому надо аккуратней. Так, ну чё, серия продолжается. Смотрим. Ну, ударил же. Что, догонять не будет? Есть, догнал. Молодец. Раза три ударил сперва. Глушил хвостом. Все.
считай, что у меня сейчас тоже будет каждый заброс жереха. Я тебе говорю, уже сколько это? 6-7, сколько? Я уже со счета сбился. Жерех, 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 жерех. Эй, куда он пошел? Сейчас доберет, значит. Опа. Блин, какой резвый. Ну, прикиньте, там толпа вот таких стоит вот так вот на течении, вот так вот. И ждет. Заснять бы еще, как клюет он, да? Надо все-таки дрона мне сюда сейчас привезти. И можно будет с неба это все заснять. Как случаются эти поклевки. Вода вроде бы прозрачная. Хотя, если солнце будет светить, вряд ли будет видно. Так, смотрим, смотрим. Дэн ведет, ведет. Так, серия продолжается. Из удачных поклевок, вернее, проводок. Вот она, серия моя. Вот она моя серия. Ты сам мне дал эту приманку. Я у тебя не просил. Знал бы, не дал. Знал бы, не дал. Не знаю, брат. Это какая-то карма, что ли? Что-то в этом роде. Может быть, ты что-то плохое сделал на этой неделе. О, гигант. Ух, блин. Что такого возьмем или отпустим? Отпустим? Ну давай отпустим. Да бери за ратлин, поднимай просто. Потому что, блин, так его запаришься. Что, будешь менять приманку? Да, ровно. Давай, давай. Что за беспредел такой? Беспредел еще тот. Ну, есть. Слушай, я камеру даже не выключаю. И что? Две серии придется делать. Да, можно все 5 серий здесь наклепать. Еще бы судачка найти. Давай, давай, посмотрим. Что ты сможешь противопоставить? А ты говорил, блин, что не сильно все будет ловиться. Нет, ты не понял. Это я говорю то, что я, что не кину, на все будет ловиться. О, какой здоровый. Смотри, акула. Оп, щипцы выпали, чуть в воду не улетели. О, смотри, какой кабан. Какой четкий. Серебро. О, какой. Метр в длину. 5 кило весом. Продолжаем. Да неужели без поклевки? А, о, бьет, бьет.
Догоняй. Догоняй. Нет, вот как раз таки первая проводка без поклевки получилась. Но удар был. Промазал. Вот, все, можно менять приманку. Сейчас другую попробую. Надоела она одну и ту же. Слишком она уловистая. Попробую такую же, только белую теперь. Вот такой вот мой любимый цвет. Посмотрим, как она будет. А, видно, как хорошо. Ай, за что? Малинка? Есть. О, есть. Ничего себе, он один раз подвис, потом второй раз подвис. Так что малинка твоя, пофигу. Я же говорю, на белый вообще офигенно идет. Только он какой-то вообще мелкий, смотри. Ну и куда это? Как так? Не может быть, блин. Не может быть. Это надо заснять. Какой меленький. Малинового. На белого. В итоге поймал детеныша жереха. Мы смеемся, а кто-то скажет, вот бы мне хотя бы таких половить, в комментариях напишет. Ну поверьте, у нас это тоже не всегда бывает. Да, это раз в год. Да, это еще как нарвешься. Это реально. После этого можно 20 раз сюда приехать и вообще ничего не поймать. Так что вы не думайте, что прям здесь постоянно такое Эльдорадо. Нифига. Просто сейчас осень. Жерех в стае сбился. Вот в такие крупные. И стоит вот прям вот такими толпами. О, бьет, бьет. Есть. А, нет. Да ладно. Что, не будет догонять? Не, не будет. Несколько раз стукнул, не догнал. Ладно. Сейчас мы ему еще раз ее подбросим. Блин, сейчас ты мне опять своим спиннингом по голове. Ну, смотри, не цепляется, уже сколько раз бьет. Ну. Ты опять, смотри, так же поклевал, поклевал и не засекся. Вот это да? А ну-ка. Ну, на третий раз-то точно поймается он. Просто я не подсекаю, поэтому. Сейчас подсечку сделаю. На реакции. Ну, это как получится, уж извини, если что, заранее. Удары есть и не засекается. Ну-ка, вниз брошу разочек. Прям в течение. Угу. О, есть. Смотри, где взял аж. Далеко, далеко. Сейчас мне его выматывать. Если честно, уже рука болит. Спиннинг у меня не самый легкий. По-моему, 260 грамм весит. 270 сантиметров, 260 грамм весит. Но убойный.
Я на его даже на машине переезжал. Ему ничего не стало. Даже кольца не погнулись. Блин, что-то тяжко так идет. Да, здоровый. Да, блин, смотри какой. Да, этого можно забрать, этого не стыдно. И людям показать. О, конь. Вверху мелкие стоят, я так понял, а внизу крупные. А должно быть наоборот. А белое? А белое. Ну, если видео не будет смотреть. Веслом приглуши. А, как марлин взлетает. Думаешь, забагрил? Нет, просто не морта. Чопик! Ну куда ж ты в воду холодную? Эй! Снимай его с моей подушки! Ну ё-моё! Хороший. Увесистый.
Да там раза три сперва удары были, как всегда. Ну какой дерганый, ничего себе. Жестко трясет. Ё-моё, тоже заглотил, смотри, кровь хлещет, да ё-моё. Ай, блин. Заглатывают прям. Что, есть? Да. Я говорю, видишь, зря мы вот так опять в глубину встаем. Он прям вот здесь взял, возле лодки. А я вон там на эту кидал уже. Ну, видишь, смотри. Он белый. Мощный. Мы их отпускаем, они рассказывают там, что фигня какая-то творится. Нездоровая. Короче, закинул розовый. Процесс пошел. Пока не пойму, что там. Не помню. Нет. Стандартный. Чуть меньше, чем стандартный. Вот такой вот. Еще одно рыбацкое утро в 9 утра или 10 уже. В общем, раньше нереально, холодно уже. А если еще на лодке двигаться, так вообще по воде нереальный дубак. Поедем покосим жереха, если найдем сегодня его.
решили начать поиски прямо отсюда. Здесь у нас тоже свал идет, вот такой длинный, песчаный. Но пока на нем всего у нас пару поклевок было за все время. Может быть, подошел и сюда жерех. Надо попробовать. Отсюда начать. Вот там, я думаю, в конце должен быть на свальчике. В общем, поиски нас привели опять к нашему месту уловистому. Сейчас посмотрим, вот сегодня будет здесь жерех или нет. Так же, как вчера утром, допустим. По-моему, пора вставать. О, есть. Есть? Ага. Пошла жара. По трубам. Ровно вы убийца в деле. Ощущения? Да так себе. Со второго заброса поймал, не с первого. Да блин. Да что такое? Ух, ух. О. Жерех здесь. Тут недаром мерзли, ехали, блин. Столько. Да. Что там, крупные что ли? Ну какой. Нафига его двумя крючками. Убийца жереха. Снасть. Ой. Ничегошный. Пока вытаскивал, всю рыбу расшугал. Че? Корягу поймал? Да нет. Вроде идет, но сначала что-то вообще он встал и все. Сегодня у них зеленые руля. Розовый сегодня не очень. Не, просто видишь, кидаю туда-сюда в разные стороны. Вот тоже есть, что ты думал. Просто я по сторонам швыряю, проверяю, где стоит. О, спрыгнул, прикинь. Вот гаденыш. Соскочил на полпути. К счастью.
А почему так? Опа, есть. Какой приятный звук, да? Это просто кайф. Это вам не туда, товарищи. Я вон там крутится. Отбагивается? Да нет. О, на этот, как его, на завялку, не на завялку, а на коптилку, хороший. О, какой зверюга, еще и за это в жабры ушло ему там. Сейчас будем испытывать приманки новые. Родителей позови. Кайф. А чё ты по... Я еще ни разу не подсёк. Зачем? Он так и так... Он и так там на течении сам засекается. Ты еще лупишь так, что я чуть с лодки не выпрыгиваю. Стая пришла, стая пришла. Да, и мой не крупный. А мой только на фарш. Да, ветер сегодня прохладный.
здесь они стоят. Вот оно место. Оп. А здесь я теперь могу розовую поставить. А, ударил. Ну, что, добивать не будет? Нет, прикинь. Не хочет. Не зацепился опять. Вот такая у нас получилась очень мощная и продуктивная рыбалка в этот раз. А вам спасибо то, что остаетесь на моем канале, проявляете свою активность в виде лайков и комментариев. Я в свою очередь постараюсь сделать свой контент еще более интересным. На этом все. Увидимся в следующем видео. Удачных вам рыбалок. Пока-пока. Thank you.